Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Путин про повышение пенсии и пенсионного возраста. Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о дальнейшем повышении пенсионного возраста и об индексации пенсий после 2024 года. Отвечая на вопрос, гарантируется ли то, что пенсионный возраст повышаться не будет, глава государства подчеркнул: «Я уже сказал, что никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. Что касается индексации пенсий, то они, безусловно, будут продолжаться и после 2024 года», – заверил президент. Ранее в октябре Пенсионный фонд России, ПФР, обозначил параметры увеличения размера страховых пенсий по старости на 3 года вперед. В следующем году она вырастет на 1000 рублей до 16 400 рублей, а в 2022 году достигнет 18 300 рублей. Рост по годам составит 6,6%, 6,3% и 5,9% соответственно. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше важной правовой и не только информации о пенсиях и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления в зависимости от их популярности, то есть количества лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.